Ребятки, всем привет! Сегодня у меня приехала очередная посылочка, которую я заказывал как подарок. PS Headset. Короче, наушники, грубо говоря. Они мне понравились по дизайну. Не знаю, как по звучанию. Стоят они, в общем, около $10. И тут оценили их в $2. Ну, понятно, что китайцы всегда оценивают чем поменьше. Конечно, ни о какой упаковке супер крутой за $10 идти и не может. Так, там больше ничего нету. Поставил я здесь ноутбук свой, чтобы проверить сразу запись микрофона. Они, кстати, с микрофоном и звучанием. Упаковочный материал и наушники. Так, ну, что сказать, за $10 выглядит так себе. Тут есть какая-то регулировка. Есть микрофон, который вот так вот, короче, так. И как по мне, они немножко кривокосые, честно, вот вам кажется так? Не? Может потому что тут надо чуть выдвинуть? Не. Ну вот они кривобокие, ну скажите. Кривокосые наушники, вот. Ну ладно, может... Ну дешевый пластик. Сейчас я раскручу. Самое главное, чтобы звучали. Так, я так понял, это запись красная. Они реально кривокосые. Ну, ладно. Так. Почему нету звука? А, я знаю, наверное, почему. Потому что тут есть крутилочка, которая звук делает. Да. Ну, звучат они ничего так. Ничего у них так звучание. И громкость тоже нормальная, в принципе. Хорошо, проверяем тогда запись с микрофона. Запись микрофона. Всем привет. Так, что запись не идет? О. Слышу уже какой-то фон. Идет запись микрофона. Вот так идет запись микрофона. Интересно, как меня вообще слышно. Это, наверное, просто ужасно. Звонят. Проверяем. А, тю, я забыл вставить микрофон. Поэтому отсюда начнем. Всем привет, это запись с микрофона. Хочу проверить его качество. Сейчас послушаем через колонки ноутбука. Вот, в принципе, эту запись, короче, запутался уже в словах. Эту запись вы сейчас услышите. В принципе, офигенное качество, как по мне, за $10 наушники. Ну, они того стоят. Правда, пластик такой себе, кривобокий, еще раз, 1000 раз повторюсь. В общем, за $10 оно того стоит, вот честно. В общем, всем спасибо за просмотр, пока.